Всем привет. Поворотник уже все лопнуло. Вон она, щелочка видна. Шевелится. Здесь уголок. Вот клей монолит. Вот датский хлеб. Ой, этот сода. И этот. Еще у нас для того, чтобы успешно все прошло, есть колбаса, сыр и эти, как их называют? Огурцы. Мадам настолько думает, что я туп, что подсказывает. Они какие? Маринованные или соленые? Я чувствую, что у меня на морде не маринад, а соль. Кстати, я прочел в газете недавно, не надо трогать. В человеческом теле нашли новые органы. Но еще не написали, что многие органы уже утрачены в человеческом теле. Это такие, как мозг. Это клей новый. Чтобы его открыть, нужно открутить. Потом вот на этой колпачке, вот тут, есть такая сюда. В очках надо работать обязательно, потому что без очков может в глаз попасть. Вот так прокалываешь. Но оно не прокалывается, короче. Я не знаю, что делать. Не, оно почти прокололось. Я сам подставил, я же вижу. Потому что, когда сильное усилие, вы еще сюда жмете, может делать. И все приклеится в вашей жизни. Он даже завис. И тут. Вот. Теперь накручиваем этот пипису. Вот. С помощью его будем туда, сюда. Вот обратно. Вот здесь. И тут угол сейчас смажем. Главное, чтобы на наружу не натекло много. Сейчас я не вижу. У меня перед лицом камера. Камера заслоняет все мои действия. Как бы за... О! Щелочка. И сейчас я прижимаю. Прижимаю. Перчатка приклеивается, а это что надо, нет. Еще нужно знать, куда потом поставить. Но я вот сюда делаю. Вот сюда. Смотри. Вот так. Вот тут клей растекся. Вот сюда он вытек. Я его так зажимаю. Вот здесь вот. Видно, что выступило немножко. И дую. Не надо. Мое поддувало никому не интересно. Для чего сода? Соду берем. Вот, вот тут. И посодиваем. Вот так. И сода делает реакцию закисления. Ну, почему закисление? Потому что огурцы кислые. Лишнее вот сюда соду. И вот так. Смотрим, что получилось. Вот так тут получилось. И все, уже не отходит. Вот прижали, и уже не отходит. Потому что сода вот здесь сделала свое дело. Вот там. Она там взяла реакцию, в общем, клей начал работать. Вот он сработал. Все, и теперь мы знаем, что у нас тут все приклеенное. Вот тут все хорошо у нас. Можно снаружи содой посыпать, но будет тогда белая такая, прям, ну, клей будет белым. Белым, а у меня еще и не приклеился он до конца. Поэтому я буду клеить еще дальше. Сейчас буду... Вот так делать. Выключай. Ну вот на этом мастер-класс по заклейке поворотника закончен. Но еще этот клей клеит по-влажному. То есть, если вот шов этот сырой бы был, можно было намочить водичкой, и он бы заклеился. Но вот так я вот сделал. Сейчас проверю, влезет ли стеклышко вот сюда. Вот. Почти влазит. Вот. Уголок приклеил. Все нормально. Все. Пойдем в гараж стеклышко полировать и собирать этот поворотник взад. Ну не взад, а снова обратно, чтобы не был собран. Чтобы взад такой поворотник не влезет. Вот. Нет, это не к
сожалению, я сказал, а потому что не пробовал. В общем, вот он, заклеенный. Страхорючки от него. Пишите, кто знает, что это за кусок, от чего. Скажу сразу, от тяжелого мотоцикла. Подсказка такая. А это не расколот, он хороший, но он немножко такой вот, он с виду хуже, чем тот. А стояли вот такие поворотники, пластиковые тоже. Вот, изоленты загерметизированы были. В этом мотоцикле все было предусмотрено для дальних поездок на межконтинентальное расстояние. Здесь тоже вот видим остатки изоленты, все было загерметизировано. В общем, на века. Сейчас я перец, ну, наверное, соберу и полирну. Или полирну сначала стеклышко. Попробую. Ну, чтобы хоть как-то стало немножко. На камере они почти не различаются, но на самом деле оно прямо светлее. Вот, светлее, прямо светлее. Вот. Сейчас я его сделаю. У меня есть делатель. Вот такой. И педароль. И вот я сейчас запедаролю это все. Ну вот, соорудил эту самую штуку, как ее. Педароли машину. Вот педаролем намазал. Сейчас еще пальцем так размажу. Снимать не буду, потому что может педароль залететь в очко. Ну, в этот, в линзу. Плюс-минус, туда-сюда. В общем, лампочка горит. Вам показать не могу, потому что нету третьей руки, у меня не выросло. Вместо третьей руки у меня вырос один этот. Оп. Вот. И, короче, вернее, это, наверное, вместо третьей ноги. Нога сюда прилетела, на куртку. Заблестело уже, ну потому что мокрая сырая. Ну вот, ну тут немножко педороли все теперь. Вот. А так-то, смотрите, он стал блестящие, блестящие, чем эти новые. Он лучше стал. И цвет изменил свой. Стал, он был светлый, матовый, а теперь блестящий, такой, как и эти. Вот. Я результатом доволен. Сейчас мы закрываем. Все у нас будет в ажуре. Можно эти даже педорольнуть немножко, чуть-чуть, слегка прям на месте вот так вот. Жень. У меня вырвало один раз из рук вот эту крышку. Здесь вот заусец, вот он такой. И этот заусец, видать, зацепился, он и полетел, она вот так летела по-всякому, вот так крутилась в хаотичном своем беспорядочном образе. И вот сюда пролетела сюда. Проскочила сюда, и вот здесь ее сквозь колесо, вот здесь уже ее, она уже свалялась. Вот такой полет она совершила свой. Так что вот так вот. Сейчас я вот эти еще чуть-чуть и все. Ну вот. Не, ну она немножко заметна, да, где не тот. Где тот, где не тот. Этот вообще вот самый сияющий с царапинкой. Вот. Потом на втором месте вот этот сияющий. Третье место занимает вот этот хороший. Ну, все они в целом, вот эти три новых. И вот он, тот, который я делал. Ну, тоже все, он уже стал не выбиваться из красоты, из этой. Вот этот. В общем, классно все получилось. Сейчас я еще подсоединю, вам покажу, как он горит. Вот этот. Сейчас я его, знаете, прям сейчас вот в реальном времени, в реальном месте соединю. Прям сейчас я его вот так вот тут на массу посажу как-нибудь вот здесь вот, вот на эту. О, вот сюда чик, а этот соединю сюда провод. Блях, не горит. А горит, эти горит, но уже все не горит. Ну это ладно, это все ерунда, зато он уже вот так стоит. Потому что он на педороленной. Как это все надоело. Как это все
все достал. Вот это все, это пидоролиние, вот это вот все. Когда у меня будет новый просто мотоцикл, на который я сяду и поеду? Никогда. Не видели такого, да? Вот здесь вот шевелится прям. Ну вот на этом мастер-класс по заклейке поворотника закончен. Приступаем к водным процедурам. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.